ты чё так орёшь, дурак? Чё он так орёт? Объясните мне, чё так орать? Ты получил худшую концовку, вы умерли от нечисти. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это игра, которая называется Windows 9.5 Alpha XE. Короче, я вам так скажу, ребят, вот какая бы там операционная система у вас ни была, как бы вы к ней не привыкли, как бы вы ее не любили там, я не знаю, что у вас там, кто-то семерка, десятка, кто-то может до сих пор на XP сидит, неважно, все это неважно, потому что вот, вышла новая операционная система, просто чудеса разработки, старина Билл Гейтс, прям Биллушка, прям постарался на славу, видите, добро пожаловать в Windows 9.5 Alpha, и предлагают установить, давайте же установим. Идет установка, пожалуйста, подождите, сейчас установим и будет нам счастье. Загрузка. Вот я же говорил, революционная операционная система, ребят, устанавливается за ссаных 5 секунд. Windows 9.5, какой-то шрифт для карликов, блин, непонятный совершенно, еще и слепых, наверное. Я не знаю, не видно ни хрена, очень мелко. Так, антивирус, который называется антивирус, это тоже надо отметить. Черт побери, ребята, антивирус, вы вдумайтесь, как это гениально. Билл Гейтс, я уверен, со всем штабом Microsoft сидел, просто его разрабатывал, бедолага. Корзина, что у нас в корзине? Это уже, знаете ли, на какие-то определенные мысли. Это самый гениальный крестик, да, вообще. Иконка закрытия, блин, окна, которую я когда-либо видел, боже мой, ну-ка. Давайте ее понажимаем, это потрясающе. Так, 666. Ну, 666 в корзине, то есть... Ой. Так, окей. Неожиданный момент, вы знаете, так все резко поменялось. Ну, может быть, антивирус в самое время, наверное, использовать. А ну, Windows. You can't get away. Здоров, чувак. Билл Гейтс, это ты? Ты решил сам себя отобразить в этом, в своем творении? Как ты поменялся? Я тебя когда видел последний раз, ты не так увидел совсем. Умри! Да ты чё так орёшь, дурак? Чё он так орёт? Объясните мне. Чё так орать? Соник. Ты... Ты получил худшую концовку. Вы умерли от нечисти. А рестарт можно сделать? Рестарт можно? Не, нельзя. Игра закрывается, и рестарт сделать нам, ну, никак не удается, да, ребята? Хорошо, давайте попробуем вот еще разок установить. Это я получил худшую концовку, да? Значит, есть какая? Худшая и лучшая, как минимум. Их две уже. Это как минимум. Возможно, есть еще средняя. Возможно, есть еще концовка средняя, полусредняя, недосредняя, почти средняя. Антивирус давайте запустим. Сканировать весь компьютер. А антивирус 100%, что это значит, типа, 100% работает, да, мамой клянусь, работает. Даже несмотря на то, что это антивирус, который называется антивирус, гарантирую, все будет хорошо. Ну, давайте проверять. Идет сканирование PC. Скорее PC тут будет сканирование, чем PC, наверное, таким антивирусом. Ну ладно, мы проверим. Мы проверим безопасность PC на 100%. Хорошо. Ну это хорошая концовка, значит. Все, мы все вычистили, правильно? Мы вычистили нечисть с компьютера. Или нет? Так, Windows. Тут пока ничего. Как, вообще ничего нет? Ой, что-то вы знаете, я, наверное, перехвалил революционные разработки Биллушки, Гейтсушки, потому что что-то как-то... Вообще говорить ничего нет. Давай выключим. Нельзя. Мы должны всю жизнь сидеть за компьютером. Мы не имеем права выключить. Корзина. Ну, тут опять 666. Ну, сканировать весь компьютер. Этим мы уже занимались. Еще раз? Ладно, давай еще раз. Предлагают еще раз сканировать весь компьютер. Окей. Возможно, сейчас мы спасем положение. Вот смотрите, я сканировал безопасность PC на 100%. Все. Зашибись. Тут нажимать некуда. Корзина 666. Антивирус. Быстро. Антивирус! Windows! Что-нибудь! Опять все заговнили вот этим вот непонятным вот просто геморроидальным шлаком. Вот его весь просто вот тут расплескали. Сейчас опять вылезет та рожа. Антивирус. Так. Говорить не смогу, убежать. Да я действительно, наверное, прав. Я только игру могу закрыть, тогда сбегу, конечно, но... Что-то пытается мне сказать. Умри! Сейчас выпрыгнет! Выпрыгнул! А я думал, там нажать можно? Нет.
Так я не понял, а как еще тут другой... Опять вы получили худшую... Ты что, дурак? Дурак, что ли, это, Windows? Ты не даешь мне возможности, Windows? Windows, дай мне, пожалуйста, возможность что-то сделать. Так, еще раз запускаем. Смотрите, это так просто... Я это так не оставлю, как говорил великий рэпер всея Руси Максим Доши. Просто охренеть, ребята. Я сейчас нахожусь на странице этой игры, вот написано. Что было добавлено? Плохая концовка, обновили антивирус, добавлено секретное сообщение, ищите в плохой концовке, этим можно заняться, да? Обновлен фон Windows, обновлен старт меню, обновлена загрузка Windows. В следующем обновлении добавим еще пару ништяков и хорошую концовку. Я как дурак ее искал, а ее, в общем-то, и не существует пока что, ребят. Ну хорошо, мне значит, говорят, что здесь есть... Это самое, секретное сообщение в плохой концовке. Ну, давайте попробуем найти. В третий раз, или в который уже мы смотрим на это хлебало. Поганое, сраное, да? Давай. Пошел нахрен. Сейчас будем искать секретное сообщение. Где оно? Давай, понеслась. Я прям... Умри. Тебе не стоило этого делать. Умри. Кто-то понял? Где тут секретное сообщение? Ты мертв, жалкий кусок мяса. Вы умерли от нечисти, ты получил худшую концовку. Да ни хрена здесь нет. Блин, какое секретное сообщение? Где оно? Автор, тебе приснилось, что ли? Придумал это и забыл добавить или что? Я не вижу никакого секретного сообщения. Так, окей, ну я понял, что с той предыдущей операционной системой ни черта не получится. Секретное сообщение найти не могу, хорошей концовки нет. Билл Гейтс подвел на этот раз. Немного, надо отметить. Несколько... Не превзошел тех ожиданий, даже не добрался до них, которые были у меня на эту, как мне казалось, гениальную операционную систему в потенциале. Но вот у нас еще FunGames представляет, видите? Эту операционную систему уже представляет не Билл Гейтс, а какой-то FunGames. Новый разработчик на горизонте, да? Ну давайте посмотрим, что ж тут будет. Здравствуйте! Вас приветствует мастер установки Windows 5. Намного эффективно никогда не зависает. Я уже вижу, что мастер установки Windows 5, он у нас как минимум не мастер грамматики, к сожалению, русского языка. Ну давайте же установим. 1-2 минуты. Спасибо за установку Windows 5. Я даже читать не успел, какая нахрена 1-2 минуты? За секунду установилась, просто слушайте. Операционные системы пошли, одна быстрее другой устанавливается. Прямо офигеть. Нажмите, чтобы продолжить. Экзе, не нажимай. Оригинально, мне понравилось на начало. Хорошее, да. Камкуптер. Это мне напоминает это вступление на канале Хикана, когда там бабка говорит Кампуктер. Я с этого ржу постоянно, когда включаю. Гигл Хрим Камкуптер Кирзуна. Ну давай Кирзуну откроем. Нет удаленных. Представляете себе. Ну, конечно, что с такого компьютера можно удалить? Это святотатство, черт возьми. Windows не открывается. Камкуптер 5 из 666. Это что за рожа такая? Это глазки такие или что? А, это изображение диска, наверное, такое нарисовано потрясающе. Открыть можно? Нет, нельзя, выход. Вот это не нажимай, да? Гигл, хрим, гигл. Так, хорошо, слушайте. Просто... До чего техника дошла, ребята? Вы посмотрите на всю эту красоту. Никогда бы не думал, что операционные системы станут настолько потрясающими. Ну, привет! Теперь твой компьютер заражен. Зря ты установил Windows 5. Это не операционная система. Это программа, написанная самим дьяволом. Все, конец. Это... А дьявол появится, нет? Выйти. Блин, это... Что вообще про меня, что ли, игра? Не, я, конечно, не знаю, может быть, разработчик и не знает, кто я такой, а просто скачал эту картинку, типа, где-то в гугле. Декарт Экзе, знакомьтесь. Декарт Экзе и Windows Экзе скооперировались и теперь атакуют вас прямо на ваших экранах, прямо в ваших компьютерах. Шикарно. Куда нажимать? В глаз ему нажать или что? Как его уничтожить? Слушайте, ну, такое, вы знаете, прям... Что-то в нем есть располагающее, согласитесь, в этом вирусе. Прям не хочется с ним бороться даже. Кажется, это конец. Кажется, это конец. На этом, судя по всему, игра и закончится. И компьютер больше никогда не станет прежним. Печально. Печально, что... Хотя, почему печально? Почему печально? Ну, согласитесь, он миленький, да? Он... Что-то в нем такое... Ну, хотя бы чуть-чуть. Ну, настолько миленький, да? Нет, да? Ну ладно. Окей, не миленький так не миленький. Давайте на этом заканчивать. Вот такие вот у нас сегодня
за игры гениальные, просто одна гениальная, другой. Ну, как всегда, как всегда. Декарт умеет откопать качественный контент на просторах интернета. Этим я славлюсь, это я умею, это я могу. Поэтому, надеюсь, вам было весело. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь. Жмите колокольчик, жмите поделиться. Рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. И никогда не скачивайте никакие подозрительные операционные системы. А то потом вот такая вот рожа у вас выскочит на компьютере и никуда никогда не денется. И будет у вас такой компьютер навсегда. Хорошо это? Я бы не сказал. Все, на этом заканчиваем. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.